Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 6 декабря 2022 года, хотел бы записать вот это видео. 1 и 2 декабря мне стало известно, что якобы убили Тумсо Абдурахманова, который проживал вдали от своей родины, вдали от Чечни. Он был ярым оппозиционером Рамзана Кадырова. Он был блогером и вообще хорошим человеком. И вот уже прошло 6 дней, по сути, 6 суток прошло, по сути, с первого, так сказать, сообщения о его гибели. Вследствие, как говорилось, что расстреляли его вместе с другом и тому подобное. Множество версий было. И что мы имеем на эти 6 сутки? По сути, ничего, никакой точной информации, ни одного какого-то фото, ни одного какого-то урывка видео, ничего. И это с учетом того, что в наш мир у каждого есть хоть какая-то видеокамера в телефоне, даже в часах наручных, и то есть маленькая видеокамера и фотоаппарат. И при этом мы не имеем ничего. И меня, вот честно, вот от чистого, так сказать, сердца, все больше и больше, так сказать, терзают сомнения. А убит ли Тумсо Абдурахманов? Я считаю на 95%, что он живой. Это мое мнение. Вы можете с этим не соглашаться. Вы можете с этим спорить. Но я лично считаю, что в этом, в кавычках, убийстве много и много чего неизвестно. Я лично считаю, что он живой. По крайней мере, мне хочется в это верить. И множество таких вот нюансов говорит о том, что тут что-то нечисто. Дай Бог, дай Аллах, чтоб он был жив, чтоб Господь помог ему. Я лично считаю, что он жив. Может быть, я не нашел такой информации, конечно. Может быть, что-то вы знаете. Но где 100% доказательство того, что Тумсо Абдурахманов мертв? Нету таких доказательств. И я не вижу, чтобы чеченские эти враги его в виде Рамзана и всех тех, кто возле него крутится, сильно были рады. Я подозреваю, что готовилось большое покушение на него, но его вывели, так сказать, из-под этого удара. Это мое мнение. Мнение простого человека. И храни Аллах Тумсо Абдурахманова.